И снова я вас приветствую. Да, наконец-таки я добрался до Outlast'а. Не прошло, как говорится, и полугода. Она уже успела обзавестись каким-то обновлением. Какие-то баги, видимо, пофиксили. Целый гик обновился. Уж не знаю, что они там обновляли. Не интересовался. Я прохождение это специально не смотрел, чтобы было интересней. То, что подсказали там с вентиляцией, то вот туда сейчас и надо будет там посмотреть. Опять же, не знаю, нужен этот ключ-карта, чтобы лифт активировать. Ну, вряд ли, наверное, потому что если мы его откроем, он может подняться наверх. Если, конечно, там, помнится, решетка была, через которую вентиляцию можно было вылезти. И если лифт повесить посередине, то как раз туда надо будет лезть. А может быть, мы в лифт попадем через эту решетку как раз таки. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Я и забыл, что она очень долго грузится. Если бы я знал, я бы все это сказал бы уже бы после загрузки, а так, блин, и вырезать не хочется. Черт, я на секунду подумал, что уже все. Крутчик так остановился. Ну, вообще. Офигеть. 100 тысяч маленьких китайцев сейчас сидят, короче, и дописывают игру, там уровни строят, полигоны таскают. Вначале-то они разбираются, как устроены сохранки, вообще структуру игры. Ход ищут специального китайца, у которого не хватает уже двух пальцев. Вот видите, не получается найти. То есть они сейчас плюнут и возьмут любого китайца, ему пальцы просто отрежут. Когда-нибудь, может быть, игры так и будут. Подсоединяешься к какого-нибудь чувака. Сознание, так сказать, подсознание его, и ему управляешь. Будет, господи, на тебе в ногу всего лишь пуля попала со смещенным центром тяжести. Что ты себе девочку строишь? Давай беги. Да вы с ума сошли. Уже 3 минуты. Ладно, с этого момента я замолкаю, вырежу этот кусок оставшийся. Да неужели? Значит, теперь... А. Так, надо вспомнить теперь все клавиши. Так, а как у нас... На, левую кнопку мыши. А-а-а. Мы теперь ассасины. Так, сейчас я чуть потише сделаю себе. Конечно, закрыто, кто бы сомневался. Так, ага, вот мы и попали к лифту, да, как раз. Нужен ключ. Нет, не хочет так. Обогром. Так, вот в эту вентиляцию мы залезли.
Значит, надо внимательно смотреть теперь другие вентиляции. Так, с этой мы выйдем. Ты не ко мне, надеюсь, идешь? Ах ты ж, ёптерный театр. Мужик. А я вот сюда побегу. Так, куда нам бежать, куда нам бежать? Я не помню, когда долбаная вентиляция была. Ага, мы кругаля сдали, да? Господи, страхота. Как? Ай-яй-яй. Как будто у меня особо много выбора на самом-то деле. Господи, как же стрёмно. Тут вентиляция, не тут что-то не успел посмотреть. Охренеть, блин, он еще не прыгает нормально. Гонки на выживание. Хотя бы сюда. Господи. Да, чувак. В этом ты лоханулся, что не ногу принял. Блин, я хочу лезвие себе. Как ассасин, действительно, чтобы сверху на него напрыгнуть и все. Фу, блин. Вроде бы так часто беготню делали в играх. Но при этом каждый раз все равно стрёмно. Ах ты ж, бляха-муха, да чтоб тебя. Откуда ты, сволочь, только взялся? Ох ты ж, ё-моё. Ай, что ж ты будешь делать? Давай. Слушай, иди отсюда, а? Я не хочу с тобой общаться. Иди нахер. Блин, ну что, минут 7 выгораю и еще ничего не сделал. Его же как-нибудь, не знаю, посмотреть, что там внизу. Он опять сюда идет. И как мне его туда обходить, блин, если он...
Nobody likes a quitter. Чувак, тебе показалось. Вот он. Вот он, психопат. Надо идти, короче, за ним пока. Ох. А, вон он. Спрячусь под кровать. А если бы тут был подкроватный монстр, я бы его выкинул бы нахер. Хотя мне кажется, подкроватный монстр бы тоже бы боялся бы. И поэтому бы тут сидел. Да как его... Я ж помню, там были унитаз, эти бачки и тому подобное. Доля длинный. Но не в сотку, куда, который я здесь прятался. Хотя все равно пойдемте, давайте посмотрим, что тут есть. Небо осколок бы стекла бы, не знаю. Тихо. Я слышу где-то он. Где-то он шуршит. Но я не пойму, где. Бляха-муха. Не, ребята, этот бы хоррор я бы не потянул бы на улицу, вот честно скажу. Тихо, вот он. Обратно пойдет, попытаемся проскользнуть туда. Если, конечно, как последний сволочь сюда не пойдет. Отлично. Спокойненько, спокойно. Я не знаю, насколько можно бегать, насколько это безопасно. Поэтому буду стараться этого не делать. Может, ты не возражаешь, я у тебя тут перекантуюсь чуток. Тут нельзя, да, так вот? Хреново. Панцирные кровати какие-то, блин. Чё ещё может быть? Страшнее. Тихо. Нет, это цепь звенит. Хорошо. Ну не то чтобы хорошо, но... Так, спасительная под кровать. Теперь спасительная тень. О, блин. Сплинтер сел, блин. А вон та дверь приоткрыта. Сейчас выйдет, блин, что так. Начну так вот проползать, короче. В самом конце кажется, что он тут как раз где-нибудь стоит, блин. Или он идет, знаете, вот сюда вот. Фу, бляха-муха.
Чувак, вставать совершенно не обязательно. Еще туалет. Ну окей. Только нет тут ничего, наверное. Куча посторонних шумов. Каждой тени мерещится кто-то. А это, блин, хорошо. Вы, наверное, уже прошли ее или посмотрели прохождение. Я как слоупок последний, наверное, прохожу. Блин, куда он выйдет вот? Что-то я запутала вот дверь, да? Тихо, ты чё встал? Вот он. Отлично, он ушел. Время. Вот эта решетка, да, походу. Давай, чувак, я бы со страхом бы залез бы, блин, даже без рук, наверное. Хочу вниз. Может, меня там я типа вернулся, да? И чё мне это дало? Или я не вернулся? Это другая локация. Подумал, что это. Так, ну где-то должен быть ключ карты, я так понимаю. Тихо, что? Где? Надо разбраться под кровать. Ну тут все везде закрыто, значит, у нас есть это пока. Дверь. Я что-то не хочу туда выходить совершенно. Тихо. Что ж ты делаешь? Так, вот этого не было. О, блин. Ключ. Стив. Мать твою за ногу, кто бы, блин, сомневался. Или он меня так засек уже, нет?
Мне допрнуть мне, да, ножом там? Допустим. Это мне даст немного времени. Я побежал совершенно не туда, но что ж. Еще только мы оторвемся от него. О, бляха. Блин, ощущение как от первой амнезии. Фух. Только там меньше приходилось бегать. Там, в принципе, вообще бегать нельзя было. Потому что ты моментально палился. Бляха, мух, он тут. Бляха-муха, я думал, что так незаметно все-таки смогу пройти. Так, ладно. Куда бежать, куда бежать? Господи. Вот сделали же такую атмосферную херню. Как мне жить теперь с этим? Так, ну чё? Подумал, что я опять как дурак залез наверх и вернулся. Блин. А, меня эти хреновины напугали немного. Вот это вот кровать. Походу пьесы нам сюда. Как же стрёмно не бежать. Стрёмно бежать, не стрёмно бежать. Всё стрёмно. Куда ты вниз поехал? Шел бы ты отсюда, мужичок. Ой, какая досада. Чувак, вот я из-за тебя не смогу теперь спуститься. Эй, ты как? А где твой нож? Так нечестно. Вниз, пожалуйста. И несколько раз. Жаль, я это не заснял. Что бы это значило? А теперь еще попробую, да? Ох, отлично. Что нас теперь ждет? Можно стул возьму? Хоть какое-то оружие или колесо? Чё-то это мне напоминает. А, колесо. Если вы знаете с какой-то игры, то я очень сильно удивлюсь. Про колесо. Так, это ещё типа здесь можно будет прятаться, да? Зачем? Да, у кого-то хреновый офис. Я думал, у меня нет рабочего места. А чё, не? Нельзя?
Тимбор! А я и вижу какой-то Тимбор. Они меня все дружно и хотят поиметь. Отличный скинсейвер. Так, дверь, видимо, выше быть можно, хотя тут уже кто-то вышел до нас. И идет сохранение. Ой, не по себе мне. Очень много открытого пространства. И узкие коридоры страшные, и такие вот сильно огромные. Ах ты ж долбанный Мартин. Надеюсь, мы его убьем в конце. Облегчиться нельзя. О, рука помощи. Чувак, фотик поддержишь? Пока я руки помою. Хотя вижу, тут тебе уже дал. А это не iPhone, может этот какой-нибудь бабе оторвали за то, что на себе фоткала в зеркале. Других запчастей не было? Ну, вроде нету. Да, не будем уподобляться. И снимать еще и на видеокамеру. Ой, сам себе режиссер, блин. Как тут круто светло. Прям, я думал, это самое как загрузка будет в стиле Half-Life. Может, как? А, нет? Нет, рука вот. Я думал, тебе оторвали. Чтобы спрятаться, это что, по труп или в карман? Так, проход, видимо, там, да? Значит, тут может быть какой-нибудь хабар будет полезный. Или записки. Будьте добры, немедленно освободите от должности санитара 531920 Дэвида Аннапурну. И приступить к его лечению в качестве пациента с целью избавления от обвинительного бреда. Терапию следует продолжать до момента его смерти. Спасибо, приятель. О! Лечить до момента смерти, не знаю, то же самое. Проходить военную обязанность. Я имею в виду мирное время. Да, есть желание наверх сходить. Ага, хрен это сделать. Зачем вы тогда такое сделали? Он же прям просится.
Типа залезь и посмотри, что там наверху. Так, ну если там и было... Тут либо дверь будет закрыта, либо я даже не знаю. А вот то, что ты запрыгнул, ты зря. Еще и сохранить, значит, надо там все-таки посмотреть. Горячо. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Я бы с радостью. У меня есть такой спойлер, что... Я не скажу, вдруг для кого-то это не будет... Для кого-то это тоже будет спойлером. Я здесь не единственная жертва, никоим образом. Видел человека, который предпочел сгореть заживо. Пробуй. Попробуйте представить себе худшую смерть. Лишь бы не остаться в этом месте. Интересно, а пленка на сколько рассчитана? Так, я хоть правильно вообще думал? Кто-то туда показал, непонятно куда. Ага, он. А, пожаротушение, да. По-видимому, сюда. На самом деле не здесь единственное, что хуже. Сгореть заживо или тебе тут от руки ноги поотрывают. Или все-таки тупо оторвут голову. Как наш старый большой друг. То же самое, если судить по... пункт назначения, допустим, или еще тому подобное. Там смерти обычно были очень быстрые. Да, они выглядели жутко, там кровавые, блин. Но с точки зрения вот боли. Больно ли это? Я думаю, ты даже не успеешь почувствовать. Так. А куда этот проход тогда ведет? Или тоже? Но опять придется убегать. Идет сохранение. Так, мне уже пора спать, потому что уже 3 часа ночи, а мне еще на работу. И раз прошла сохранка, пожалуй, мы на этом и закончим. Фух. Хотя, как я теперь усну без таким адреналином. Так, я, наверное, буду выкладывать также то, что я записал по тук-тук. Не знаю, кому-то, может быть, понравилось. И хочет узнать, чем кончилось. Хотя еще не допроходил, я сам бы хотел узнать, чем это все кончится. Ну так, увидимся в следующий раз. Всем пока. Лайкайте, там, дизлайкайте, комментируйте. Ой, до встречи.